Сегодня по улицам строящегося микрорайона «Север» был пущен городской общественный транспорт. Теперь автобусы городских маршрутов номер 7 и 7А идут по улицам 17 Вересня и Максима Танка. Улица Максима Танка для проезда является сквозной. С нее открыт въезд на круговую развязку в сторону микрорайона «Молодежный». А улица Гастелло будет тупиковой. Напоминаем, остановочные пункты, магазин «Алми» в прямом направлении и кольцевая в обратном уже закрыты.